Сталіця подводит социально-экономические выники года серед основных драйверов росту промысловості и гандаль. Будовнича сфера повинна додать каля 700 тысяч квадратных метров жилья. В 2019-м было створено больше за 21 тысячу працовных мест, при этом 40% из них на новых вытворчествах. В целом экспорт товаров и послуг перевысил 25 миллиардов рублей. В своей позиции белорусская столица умацевала за кошт новых экспортных региональных напрямков. Ключевой из них – Китай и Россия. Кульминацией такой подведением итогов года, конечно, стало заключение партнерских отношений с Шанхаем в ноябре текущего года. Это действительно было отмечено и китайской стороной, и нами, что это одно из таких исторических событий, так как Шанхай является одним из тоже центров притяжения мировой экономики. Мы заключили соглашение с Курской областью, мы заключили соглашение с Новосибирском, у нас подписана дорожная карта с Калугой. У инвестпрограмме Минска на наступный год амаль 400 объектов, серед яких будовництво третьей линии метро. За кошт бюджету зведуть несколько поликлиник, детских садов и пожарных депо.